Ребят, всем привет! Сегодня давайте продолжим, пока у нас подключается наше доменное имя. Мы соберем информацию. И это самый важный и нудный, к сожалению, или к счастью, шаг, который нужно проделать при разработке сайта на WordPress. Итак, поехали, я буду делать и рассказывать вам по ходу. Информацию буду забирать вот с этого сайта и буду ее, конечно, дополнять. Вот. Ну, погнали. Итак, что нам понадобится? Сначала нам надо, я уже скопировал логотип компании и дальше буду забирать офер. Офер у нас вот этот. Потом мы его будем редактировать, конечно, потому что в таком виде он не годится. Так, здесь открою. Ну, давайте я буду делать в Word. Так. Здесь говорим, что нам только текст нужен. Вот в таком формате. Итак, ребят, почему это самая нудная работа при разработке сайта? Ну, все просто, потому что нам надо сделать, сейчас вам покажу, нам надо скопировать всю информацию по каждой услуге, заголовок, потом короткое описание сделать и более развернутое описание. Описание надо сделать очень грамотно, то есть чтобы в нем было вшито как минимум три наших заголовка, то есть это ключевые запросы, по которым люди в принципе могут искать данную услугу. И эти заголовки должны быть вшиты в контекст какого-то предложения в первом абзаце описания, в середине и в конце. Наше описание развернутое должно состоять из 300 слов, а лучше немножко больше. Вот. Также мы будем сохранять все картинки. Картинки будем сохранять и будем называть их как нужно. То есть, если у нас услуга «Гараж на час», автосервис самообслуживания, соответственно, картинку мы будем называть также. Если у нас развал схождения, то будем также называть картинку. Ну вот, в принципе, с этого давайте и начнем. Гараж на час самообслуживания. Пошла у нас услуга. Здесь говорим только текст. Дальше забираем описание. Вставляем. Здесь опять говорим только текст форматирования. Ладно, пока пусть будет так. Заголовки выделим, чтобы нам потом не потеряться. Ребят, ну я пока не поставлю на паузу, пока это все буду структурировать, потому что это очень долго. Это примерно где-то на час, а то и больше займет работы. И потом уже включу опять, когда уже у меня будет что-то собрано. В принципе, это и есть наш второй урок. Не игнорируйте этот факт, потому что обязательно нужно делать именно так, как я вам рекомендую. Я тоже это взял не с воздуха. Это, в принципе, рекомендация плагина Yoast SEO, который говорит, как грамотно оптимизировать сайт, SEO-оптимизировать сайт, чтобы со временем вытащить его в органической именно выдаче по ключевым запросам на первую страницу во всех поисковых системах. Ну вот, все, пока ставлю паузу и вернемся немножко попозже. Итак, ребят, вот я приготовил вот такой вот чек-лист. Это у нас офер основной, который, конечно, я буду тоже редактировать, заголовки услуг и
описание короткое по услугам. Вот, в принципе, и все. Вот вам домашнее задание. Вам надо будет каждую услугу развернуто прописать, как минимум на 300 слов. И следовать именно таким рекомендациям, чтобы в первом абзаце, в середине и в конце было вшито в контексте предложения ваше ключевое слово, то есть услуга. То есть запрос, который, в принципе, может искать человек в интернете. И так надо сделать на каждую услугу. Я пока займусь тем же самым. И вернемся уже в следующем уроке именно к установке WordPress, установке темы, установке плагинов. А в четвертом уроке мы займемся непосредственно наполнением сайта. Также, ребят, я приготовил, конечно, еще и картинки. Тоже их буду все обрабатывать. Все я их назвал именно ключевыми запросами по услугам. И приготовил логотип. То же самое нужно проделать будет вам. Это очень важный аспект в разработке сайта, который не нужно игнорировать, потому что наша задача так все оптимизировать сайт, чтобы со временем он в органической выдаче по ключевым запросам выходил на первую страницу во всех поисковых системах. Вот, в принципе, и наша задача. Ну, на этом пока все. Подписывайтесь на канал обязательно. Ставьте лайки. Задавайте вопросы в комментариях, чтобы было не ясно. С удовольствием буду отвечать. Всем добра. Пока. Увидимся в третьем уроке.